Это Big Family TV. Друзья, сегодня мы принимаем участие в городском футбольном турнире среди ресторанов вместе с командой Brasserie Creek и ресторанами Jäger. Мы ждем хорошей игры и посмотрим, как сыграют наши участники. А пока посмотрим игру и возьмем несколько интервью. Итак, первая игра сыграна. Первая игра была между Brasserie Creek и ресторанами Jäger. Это очень хорошо, потому что наши игроки размялись. И прямо сейчас мы возьмем интервью одного из участников команды Brasserie Creek. Это будет Наливалкин Владислав. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Как первая игра? Как ваши ощущения? Что чувствуете? Поделитесь впечатлениями. Если честно, то Jäger очень серьезный соперник. Нам немного повезло с ними. Мы выиграли за счет хорошей игры в защите. Как видите, мы ноль пропустили. Вот. И пару хороших атак, и мы выиграли. Но Jäger серьезный соперник. Ну, вы знаете, Jäger серьезный соперник не только на игре, но и, в принципе, в ресторанном бизнесе. Какой отпор даст ему Brasserie Creek? Ну, все-таки Невский 22, Крик – самая, наверное, серьезная банда. А вы из какого ресторана? Невский 22, Крик. Ну что, прямо сейчас рядом со мной тренер, наставник команды и Brasserie Creek, и Jäger ресторанов Анастасия Букия, операционный директор Big Family. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Как ваше настроение, как настроен на игру, что чувствуете, какие ожидания от игр? Ожидания, безусловно, разгром любого соперника. Первая игра была действительно разминочной, мы готовы побеждать, занять, естественно, первое, ну и второе место, потому что команды две. А как вы думаете, хорошо ли подготовлены наши команды? Я думаю, да, мы прошли целый цикл тренировок, тренировались в этом зале, то есть для нас уже знакомо поле, знакомы стены и ворота, собственно, поэтому я думаю, что ребята чувствуют тоже себя комфортно. Ну что ж, прямо сейчас мы стоим рядом с Александром Новиковым, представителем Карловых Пивоварств. Александр Новиков присоединился к команде Jägerов, чтобы сыграть хорошую игру. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение, как прошла первая игра? Первая игра прошла сложно, но мы пытались не сдаваться духом. Сейчас провели анализ после первого матча и поняли свои ошибки. Во втором матче, думаем, будет 2-0-3-0 в нашу пользу уже. А скажите, ваша любовь к пенному никак не мешает вашей физической подготовке на сами соревнования? Любовь к пенному только улучшает. Вот сейчас после исхода всех игр, неважно, мы выиграем или победим, пойдем и отметим с командой по стакану пенного и обсудим игру. Прекрасный вообще настрой. Я желаю вам только удачи, жму вашу руку. Спасибо. Желаю побед и надеюсь, что на следующих турнирах вы покажете себя еще круче, чем сегодня, и проведете всю работу над ошибкой. Ну что ж, друзья, переместимся в сектор болельщиков. Сегодня здесь с нами очаровательные дамы. И, конечно же, дамы, давайте познакомимся. Откуда вы, кто вы? Добрый день, меня зовут Юлия, я управляющая рестораном Jäger Meat на Московском проспекте. Добрый день, меня зовут Екатерина, я управляющая рестораном Jäger Meat на проспекте Большевиков. Вау, какие знаменитые, прекрасные люди стоят рядом со мной. Вопрос, кто из вашей команды сегодня принимает участие и как настроены ваши участники, игроки на победу? У меня играет шеф-повар Василий, игроки Ильхом и Иван, они настроены просто рвать. Это хороший настрой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, любовь к пенному и спорт – это совместимые вещи? 100%, конечно, да. После спорта обязательно нужно употребить пенное. Для того, чтобы еще все усвоилось и наш заряд был еще лучше, я так правильно понимаю? Да. Ну что ж, а мы видим, что команда Jägerов выходит на поле, самое время болеть. Jägеры! Jägеры! Jägеры!
Ну что ж, прямо сейчас будет самая ожесточенная игра. Это Brasserie Creek против Coffee Shop Company. Первую игру Brasserie Creek одержала с оглушительной победой. Сейчас мы надеемся тоже на победу. Болельщики ликуют. Крик, мы вас верим. Вперед! Ну что, друзья, со мной настоящий чемпион, вратарь и шеф-повар ресторана Brasserie Creek на Коломяжском проспекте Константин. Константин, здравствуйте! Здравствуйте! Сразу же после игры понимаю, что вам нужно отдышаться. Как игра? Как ощущения от игры? Что чувствуете? Кому хотите передать привет? Игра вообще сегодня замечательная, все очень понравилось. Ребята молодцы. Вот, играем как команда, как коллектив, как семья. Поддержать. Константин, вы сегодня отбили столько мячей, сколько, мне кажется, не отбивал ни один вратарь ни на одной игре. Расскажите, какая у вас тактика, почему так много мячей удается брать? Я сегодня практически первый раз стою на ворота. Не знаю. У вас талант. Возможно, везет, да. Спасибо, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, это Big Family TV. Сегодня мы ресторанами Big Family, Brasserie Creek и рестораны Jäger сыграли несколько матчей футбольных в футбольном турнире среди ресторанов. Мы сделали выводы, построили план тренировок и уже назначили новые турниры, в которых будем принимать участие. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех наших новостей. До встречи на Big Family TV. Мы только начинаем наш путь, друзья. Уже 21 год и еще впереди очень много всего.